Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня на моем канале выйдет самое жесткое и самое опасное видео, потому что я сегодня вызову разработчиков на дуэль. Как вы знаете, в прошлом видео мы нашли клан разработчиков, там было 15 человек, и я всем им напишу довольно-таки длинное сообщение и попрошу для моего канала сыграть дуэльное видео, и мы посмотрим, что из этого выйдет. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Но честно говоря, мне кажется, что мне никто не ответит. Но если это видео вышло, если вы его видите, значит оно 100% будет очень интересно. Поэтому присаживайтесь поудобней. Еще раз напоминаю про лайки, подписку, равно большая вкусная пипи... Ой, вкусная сосиска. Вы поняли, да? Ну а сейчас самое важное. Мне надо придумать какое-то сообщение. Идей у меня немного, но надо сообщение, чтобы было не банальным, потому что если будет банальное сообщение типа «Го, дуэль!», ясен пень, его проигнорят. Надо что-то с изюминкой придумать. 5 minutes later. Опа-па! Жополист Кент АПК активейт! Привет! Спасибо вам за ваш труд. Я не школьник, говорю сразу. У меня есть YouTube-канал, на котором более 450 тысяч подписчиков. Называется Кент АПК. Я провожу эксперимент. Кто из разработчиков-тестеров мне ответит? Если ты будешь не против, я хотел бы сыграть для видео дуэль, например. Моей аудитории это интересно. Если ты не ответишь, я пойму. Ну, вроде бы сообщение уже готово. Погнали писать самим разработчикам и тестерам. Ну, а теперь погнали отправлять сообщение разработчикам и тестерам. Если вы не знаете, откуда я знаю их ID, посмотрите мое прошлое видео, и вы все поймете. Поехали! Блин, ребята, сообщение отправляется очень-очень плохо, постоянно какие-то проблемы с этим. В итоге я им отправляю сообщение, как будто я какой-то школьник. Надеюсь, они отнесутся с пониманием, не подумают, что Кент АПК вообще дебил какой-то. Просто реально, я копирую сообщение, вставляю, а у меня только половина сообщения отправляется. Поэтому вот такая вот хрень. Там где-то пробел пропадает, ну и так далее. Ну чё, осталось последнее сообщение самому главному Эскобару, главному разработчику, как я понял. Давайте, последнее сообщение, и нам остается просто ждать ответа. О! Подождите! Меня джампер приглашает в лобби. Вы видите это? Сейчас, вот, сверху надо мной джампер. А ну-ка, подождите. Это настоящий или это фейковый? Блин, это фейковый джампер, камон! Ха-ха! Развели кентуху. Так, ну что, давайте отправим последнее сообщение до конца. Ну что же, уже следующий день, и прямо сейчас я вам покажу кое-какие переписки. И да, мне ответили. Вы не поверите, мне не только ответили. Мне даже забили дуэль, и прямо сейчас вы все это увидите. Первый, кто мне ответил, это вот этот вот человек. У него ника нету, поэтому я не знаю, как его зовут, поэтому надеюсь, он не обижается. Я ему предложил дуэль, и он написал: «Привет, можем сыграть». Я ему пишу: «Спасибо большое, я отпишу». Но я решил у него уточнить, а кто вы такие, вы тестеры или околоразработчики? На что он мне ответил, что мы не те и не другие. Ребята, а как это, не тестеры, не околоразработчики, а кто вы тогда такие? Вот мне ответил еще один человек по имени Люцифер, за что им большое спасибо. Он мне сказал, что он не играет в дуэли, и начал меня игнорить. Ну, я у него спросил, вы разработчики или кто вы, потому что мне было очень интересно. Он, естественно, меня заигнорил. Потом, после того, как у меня вышло мое прошлое видео про кланы, ему все начали писать в ЛС. Хотя я просил, чтобы вы не писали. И он мне пишет: «Ну спасибо, теперь я ничего не могу найти в ЛС». Я, конечно же, понимаю, что я предоставил человеку неудобство, и я извинился за свое поведение, потому что, ну, я же просил, чтобы вы не писали. Вы меня подвели. Мужчина, я вас очень прошу, не пишите, вам точно не ответят. Поэтому, пожалуйста, не пишите в личку. Дальше мне ответил самый любимый околоразраб, тестер и модератор группы ВК, это Сайзер. Пишет: «Илюха, ты же мог мне в ВК написать, как будто не знаешь меня. Игрокам желаю и искренне верю, чтобы они наконец-то поумнели». Ребята, поумнейте. Ну а вот сейчас будет самое-самое интересное, потому что мне ответил Смарт, за что ему прям огромнейший респект. И помимо того, что он мне ответил, мы с ним сыграли дуэль. Вы не поверите, но мы с ним реально сыграли дуэль. И как только вы под этим видео набираете хотя бы 5 лайков, я сразу же выпускаю продолжение. Потом быстрее ставь лайк и подписывайся на мой канал. И нажимай на колокольчик, потому что скоро будет мега битва против Смарта. Я скажу так, вы, ребята, будете в шоке. Вот наша переписочка. И он сказал, что они явно не разработчики.
Ну а сейчас, наверное, самое-самое важное, потому что мне, ребятки, ответил тот человек, который мне полностью все рассказал, что и как. Это Омега, это девушка, да-да, это девушка, поэтому смотрите дальше. Мы с ней пообщались, она мне написала, что зашла в игру только из этого видео. Ну ё-моё, в клане из Около и разработчика всего лишь один человек. Еще и в бусте меня обвинил. Да, ребята, я извиняюсь, Омега не занимается бустом, я... предположил, но мои предположения были неоправданы, и я был в этом плане неправ. Короче, мы узнали. Этот весь клан состоит из одного разработчика, и все остальные это модераторы группы ВК. Надеюсь, я теперь ничего не перепутал, и надеюсь, теперь все-все правильно. Вот смотрите, мы все модераторы социальных сетей ВК, Дискорда и т.д. Поэтому, ребята, вот такие вот дела. Большое спасибо, то, что Омега мне все объяснила. Следующее видео будет дуэль. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, всем удачи и всем пока!